Голландка Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира женской теннисной ассоциации в Сингапуре. Ее соперница, японская теннисистка Наоми Осака, отказалась продолжить матч из-за травмы. Первый сет завершился со счетом 6-3 в пользу Бертенс. При счете 5-3 Осаку забеспокоила левая нога, и теннисистка взяла медицинский тайм-аут. После завершения первого сета японка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Под овации зрителей спортсменка покинула корт в слезах. Таким образом, Бертенс обеспечила себе выход в полуфинал соревнований. 26-летняя голландка попала в число участниц в последний момент, так как первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, покинула турнир из-за травмы спины.